Владимир Баршай – мастер спорта СССР по спортивной акробатике и активно развивал этот вид спорта уже после карьеры спортсмена. Его воспитанники стали заслуженными тренерами страны. Но ни одной акробатикой живет заслуженный работник физической культуры России. Кандидат педагогических наук, профессор кафедры теоретических основ физкультуры ЮФУ. 39 лет он был деканом факультета физической культуры и спорта. А общепедагогический стаж – 58 лет. На торжестве в родном вузе юбиляр вспоминает, как в 42-м на войне погиб отец, как переехали из Минска в Ростов, и потом спорт и длинный научный путь в нем. Тернистые, хорошие, были и положительные стороны, и отрицательные. Жизнь не останавливается. Перед ней надо всегда ставить цель и добиваться цели. Вот так моя судьба и сложилась. Его профиль – изучение проблем профессиональной подготовки спортивных педагогов, история спорта и международного олимпийского движения. Под его научным руководством 12 педагогов успешно защитили кандидатские. 85 лет – очень серьезный юбилей. Но если посмотреть на нашего юбиляра, можно всем сказать, занимайтесь физической культурой, спортом, и будете также прекрасно выглядеть в 85 лет. Он чрезвычайно важен сегодня нам, тем, кто старается не просто сохранить, а приумножить великие традиции Ростовской спортивной школы, традиции Ростовского государственного Южного федерального университета, потому что и перед спортом, и перед наукой, и перед всеми нами стоят большие вызовы. На большие вызовы готов ответить и Владимир Баршай, что подтверждает биографическая книга, которую он пишет. И последняя глава, которая говорит «Вершина впереди», это говорит о том, что я не заканчиваю еще свою деятельность, а думаю ставить вперед. То есть акма, достичь акмы, вершины нашего бытия. И этим самым я рекомендую подрастающему поколению следовать моему примеру и примеру старшего поколения. Ну а что касается физической формы, в свои 85 профессор 3 раза в неделю ходит в спортзал. Вот и главный пример подрастающему поколению. Роксана Базазян, Руслан Хамчиев, Первый Ростовский.